Нож Сапсан. На обухе есть скос. На нем сделана фальшь-лезвие. В нижней части клинка есть место для упора под палец. Клинок у данного ножа выполнен из стали 100Х13М. Клинок посажен в металлический больстер. Больстер покрыт никелем. Крепление клинка сквозное. На тыльной части мы видим как раз это крепление. Рукоять у данного ножа выполнена из ореха. Общие характеристики ножа. Длина 235, общая длина. Длина клинка 120 мм, ширина 25 мм, толщина обуха 25 мм. Ножны из натуральной кожи.